Внимание, эта игра содержит сцены насилия. С вами снова Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить Resident Evil классический, первую часть. Вот. Так, ружье уберем. Компания за Криса. Проходим на сложном. Возьмем пистолет, ручку, пистолет, обойму, вот так возьмем, так, аптечку сброшу, потому что сейчас пригодится. Идем заводить лифт, еще добраться надо только. Так. Ну, туда пошел. Еще бы вспомнить, где этот лифт. Пусто, я что-то думал, здесь хантеры, но, оказывается, уже убили здесь их. Ну, что? О! Чуть-чуть бы цапнул. Козлина такая. Сейчас будут паучары. Насколько я помню. Так, ребята, не до вас. С вами я не буду цацкаться. Там у нас оставался еще один хантер. Или два хантера. Не помню. Походу два. Бегом, 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 пока он не догнал. А, второй догнал. Фу. Хоть один раз цапнул. Это радует. Так. Ладно. Там птички, наверное, будут у нас. Здесь тоже хантер. Я их туда оставлял в живых. Ну, что делать? Патроны надо экономить. Оп, собаки. Одна есть. Вторая есть. Их две, да, было, получается.
у нас никого. А, змеи, змеи. Фу. Так, чуть не цапнуло, блин. О, точно, собак целая куча. Так. Нельзя применить, ты чё, издеваешься? Все, поехали отсюда. Делаем еще один круг. А, нет. Тупанул. Поднять мост снова. Ну, не мост, воду, то есть. Что-то я туплю вообще сегодня. По-жесткому. Сейчас начинается веселое. Долбанные пещеры. Насколько я помню, там будет жесть. Должна быть. Ай-яй-яй, собаки, собаки, собаки. Сволочи, падлы. Так, куда нам вообще идти-то? Оп, печатная машинка. У нас нету, чтобы сохраниться. Здесь яма, и я не могу ее перепрыгнуть. Шестигранное отверстие. А. Понятно, нам ручку надо взять другую. Значит, идем туда. Туда и зашли первый раз. Вы хотите взять огнемет? О! Вот это. По-нашему. Так, так теперь в какую сторону идти, блин? Тут дверца, там, блин. Так, патроны дробовика тут.
Нет. Аптечка. Аптечку возьмем и примем сейчас сразу же. Так, патрон до боевика мы еще заберем. Генератор, он, кажется, не работает. Думаю, вернемся сюда за патронами чуть попозже. Энрико! Не подходи ближе, Крис. Подожди, что случилось? Переступи дважды. Don't! Черт! Амбрелла! Кто это? Здесь есть кто-нибудь? Переступить дважды? Что он имел в виду? Точно, точно, что он имел в виду? Так, из-за раны он вряд ли смог бы пошевелиться. Он что-то держит. Вот, и ручка наша новая. Все, больше нету. Патронов нет. Его кто-то пристрелил. О! Еще один. Давай, подходи, тварь. Огнеметиком-то их пошмалять за радость. Это. Ну ёпта. Козёл, блин. Все патроны, а? Урод. А, я кругаля просто дал. Вот чё. Так, короче, нам надо... Понял, какую-то фишку. Как его на место... Так. А, во, вы хотите положить огнемет? Да, хочу. Сохраниться мы не можем. Пипец. Ладно. С одним пистолетом вообще жесть.
Ну, погнали дальше, что там? С одним пистолетом. Жесть. Огнеметик. Валим, 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 валим. Индиана Джонс какой-то. Пец. Опачки. Ты как дверь открыл? Пипец, опасно. Я их уделал. Жесть. Опа, патроны к магнуму. Здорово, здорово. Пойдем положим огнемет. Какое-то спасение, блин. Да, хочу я положить огнемет. Девять патронов еще пригодится в огнемет. Вот. Ух ты, ух ты. Ой, вот это жесть. Ты чё? Паучки там. Пипец, просто на грани. Я вообще в шоке. С тремя патронами, блин. Обычный пистолет здесь не поможет, я думаю, если хантеры. Больше нет места. Пец, ножик. Сюда бегать сейчас придется. Ну, чтоб никакая падла не зашла бы. Режь эту паутину, режь. Здорово. Молодец. Возьми с полки пирожок.
Неужели? Аллилуйя! Аллилуйя! Ножик мы уберем. Нафиг он нужен. Патроны к магнуму. Так, 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 так. Тут уберем. Пистолет. Нафиг. Ружье. Правильно? Правильно. Правильно, правильно. Еще лента. Сбросим. Так, аптека. Берем аптеку. Сейчас вернемся за патронами для дробовика. Ибо они пригодятся. Там, по-моему, как я помню, надо огнемет будет повесить. Стал тут такой, блядь. Ой, аж два штуки. Да какой нахрен генератор? Ты чё, издеваешься? Куда ты? Вали, 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 вали. Пипец. Приперло, а, меня, блин, за этими патронами идти. Жизнь потерял, блин. Опять аптечку жрать. Забыл. Огнемет. Че, не заправляется, повися там. Так. Ну, в принципе, чё?
Так вот сделаем. Смастров. Что же ее тоже выкинуть нафиг? Ладно. Оставим, пригодится. Хотите положить огнемет? Конечно, хочу. Так. Идем дальше. Так, лифт. Угу. И снова Индиана Джонс. Это карта подземелья. Хотите взять ее? Нормально, я уже облазил тут все. О, книга. Книжечка. В книге была спрятана медаль. Медаль волка. Медаль из второй книги гибели. Здорово. Что еще надо прокрутить? Шестигранное отверстие. Нельзя применить здесь. А, ладно, я вспомнил, кажись. Бля, походу далековато. Ладно. Да какое нельзя, ты чё?
ровненько так поставил. Вы хотите взять ключ лап? Ключ лаборатории. Такое ощущение, что уже приближаемся почти к финалу. Так, что, пойти сохраниться? Ну что, я на этом прощаюсь с вами. Спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте. До новых встреч. Всем пока.